Опа. Слетай давай. Ребята, доброе утро. Сейчас где-то 4:40. Солнышко еще не встало. У нас немножко похолодало. Где-то 20 с небольшим днем. Мы здесь отдыхали пару дней назад. 3 ночевки. И неплохо на этом озере клевал линь. Даже одно утро мы 7 штук на удочку поймали. Сегодня я хочу, целенаправленно приехал чисто порыбачить. Взял с собой удочку с боковым кивком. Я вообще с вечера приехал. Пытался тут что-то на фидера поймать, на убийцу карася. Только мелочь клювала. Короче, кимарил возле костра в кресле. Заплыву в середину камыша, закормлюсь и буду пытаться поймать линя. Линь, правда, вот клювал у нас не очень крупный, такой в районе полукилограмма в основном. Но был один хороший сход. Что будем пытаться? А что получится, смотрите дальше. Пузыри пошли, что-то на прикормку стало, она пошла. Что-то у нас там такое. Вот такая краснопёра. Хорошая. Давай в садок. Это хороший линь, если это линь, это линь, вот он дает. Тише. Все-таки я тебя дождался. Пока камеру одел, пока включил. Фу. Ты мой дорогой, а? Давай, иди сюда. Ну, этот больше килограмма точно. Красавчик, а? Тише. Опрыскал меня. Ой, какой красавец, а? А заглотил как. Это было кайф его тянуть, а? Вот, ребята. Такой вот. Тихо. О, тихо. Вот такой вот красавец линь. Ну, это больше килограмма по-любому. В садок. Все, плыви. Мой дорогой. Класс. На воду я заплыл где-то начало 5-го. Заплыл в камыши, там пытался словить на боковой кивок. Ничего не получилось. Потом сюда приплыл. Пытался ловить на удочку. Пару густерок, красноперка, ничего выдающегося. Решил опять поплыть в камыши. Опять поплыл в камыши, там сидел 2 часа. Короче, 12 уже. Думаю, надо еще осталась прикормка, надо еще тут попробовать посидеть. Небольшой ветерочек поднялся. Отформатировал флешку уже на этой камере, потому что закончилась память. Думаю, блин, как это без линя? Раз, поклевка. Достал первого такого мелкого, грамм 200. И вот, началась рыбалочка. Ну, половим.
Есть, есть, есть. Поднял прям как лещ. Одни крупные. Ну как не крупные? Хороший. Зачетный. Поменьше, конечно, чем тот. Но тоже неплох. Все, дело пошло. Блин, вот тут с утра не хотел клевать, а сейчас начал. Есть еще один в копилочке. По-быстрому забрасываю. Охладиться. Маечку намочить. Ё-моё, блин, прозевал поклевку, только почувствовал по кончику. Тихо. Чувствую, что удочку кто-то тащит. Вот это да, угнется, а. Ну, тоже такой же, как последний. Давай. Я, может, чуть-чуть побольше. Опа. Ну такой, грамм 700 может. Я в телефон раз и удочка, чувствую, по ноге бьет. Не, полкилошный. Отлично. Садок пополняется. Есть, есть. Ну вот этот побольше будет. Ну такие стандартные. Как сопротивляется козырный. Давайте я рукой возьму без подсака. Как настоящий рыбак. Опа. Ну-ка. Оп, и сразу в садочек. Ну клюют как-то партиями, вот раз подряд по два штуки. О, пошла поклевка. Думаю, что линевая. Есть, да, линевая. Линевая, линевая. О, да неплохой линь. Сошел. Сошел. Блин, сошел. Прикормку сейчас покажу, какую использую. Вот. Прикормка моя. Вабик. Линь-карась. В прошлый раз я тоже на нее ловил. Ну, работает. На этом водоеме так точно, на этом озере. Малька поймал. Я сейчас освобожу, по-быстренькому и отпущу. Так.
вот это пацан нормальный. Что-то с камерой той не включается, она уже перегрелась на солнце. Буду снимать на эту. Что делает? Налобная, наверное, перегрелась камера. Ух, дает. Дает жизни. Ну и не сказать, что сильно крупный. Просто боевой. Так, экшн камера не выдержала напряжения и перегрелась. Я надеюсь, там видео все осталось, что я записывал. Ну, дождался я его. Сидел. Не клевало где-то с часок. Это, наверное, шестой уже. А вот и включилось. Ловлю на опарыша, кстати. Удочка у меня New Hunter, семерка. Основная леска 0.25, 3D Каида. Поводок 0.14, тоже 3D Каида. Хорошая леска. Неплохая, по крайней мере. Вот в прошлый раз я ловил, то 0.12 с поклевки один линь оторвал. Ну, вот сегодня поставил 0.14 и пока нормально. Все, вот сколько я уже штук 7 словил, наверное. Потом посмотрим в конце, сколько я словил. Хорошо себе, родителям, теще, все будут жареными линями. Так, ну что, буду пока, наверное, собираться. У меня тут линей уже я наловил. Поэтому можно и плыть. Да и запарился, если честно, я в этой лодке с 4 почти, ну, 10 часов точно. 10 часов в лодке. Ну что, ребятки, приплыл я уже на берег. По итогу рыбалкой я остался доволен. Конечно, если бы ничего не словил, то повезло, что решил еще попробовать на старом месте, и оно сработало. Ну вот, непонятно, почему он активизировался только днем. Ну и то, как есть уже. Сейчас покушаю чуть-чуть, попью кофейку и поеду. Кофеечек. Перед дорожкой само то. Еще чуть-чуть. Так, вот мой улов. 7 линков. Одного мелкого отпустил. Вот мой сегодняшний улов. О, красавчик такой. Один сошел хороший тоже по сопротивлению. Но это самый большой. Уже они отнерестились. Уже мы ловили. Все, ни в одном икры не было. Ну и вот стандартные такие полкилошные остальные. Ну где-то 3-4 килограмма словил линей. Красавцы. Поедут со мной.
Линь очень вкусная. Вот это озеро. Вот этот линь. В целом очень доволен рыбалкой остался. Доволен тем, что по итогу получилось она все-таки. Неимоверными какими-то усилиями на последнем вздохе, но все-таки я их словил. Всех словил на опарыша, кстати говоря. Крючочек, наверное, 12-й, по-моему, номера. Ну, небольшой. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Возможно, я еще сюда приеду в этом году половить этих красавцев. Все, всем пока.